про Игайта Мета я не буду рассказывать, то есть про то, как, смотрите, как я рисую. Это они там показывают процесс рисования, иногда хороший, иногда плохой, но эти все, весь пиксив набит, собственно, про который Артем уже говорил в самом начале. Поэтому там полно картинок начинающих, продолжающих, заканчивающих рисовать. Там иногда очень заметно. Поэтому перейдем к четвертому пункту. Это производственно-художественный департамент канала Ника-Ника, Ника-Ника Гидзуцубу, он же Никатех. На Ника выпускают хит-парады технарей самоучек, всяких мастеров рукоделия и прочих странных личностей. Я вот покажу нарезочку, чтобы вы имели представление, что это такое, потому что это действительно очень занятно и как раз очень близко к косплею. И ну, слово крафт я услышал, да. Это, конечно, не весь хит-парад, он гораздо длиннее, я просто вырезал самое интересное, оставил. Иногда не всем, не совсем понятно, что они делают, но тем не менее все достаточно различимо. Вот это шикарно. Роботы все-таки захватят мир, я думаю. А вот буквы внизу, с буквой SM в уголочке справа внизу, это, собственно, адрес на Ника-Ника, где искать это видео. Иногда просто удивительные опыты по электрике. Кто помнит физику, это электромагнитный контур и все такое. Это батарейка. Она ускоряется. Мегут, сделай себе такую гитару. Я сейчас поясню. Этот человек сделал симулятор гигантского робота на Excel. Наверное. Японец! Это хэллоуинская резьба под тыквом. Они светят. Корабельный дизель.
Макдональдса. Косплейный троллинг Макдональдса. Вот это, обратите внимание, кто умеет вязать. Нет, это не кадр. Вязать очень просто. Да вот что? Мороженка. Мороженка. Я могу только предположить, что автоматически запасной мяч для футбола. Еще немножечко. Это нога. Нога Гандама, как видно. Обыкновенная японская разрезалка пополам. Точно. А у меня такое нет. И очень много тут на сайте роликов по обучению владению Мику Мику Дэнс. Это 3D-редактор для танцев, который вот уже очень активно развивается. Вы, наверное, танцы электронные видели, уже в 3D сделаны. Вот это как раз их редактор, и они все время прилаживают туда новые примочки. Всякие вот эти вот виртуальные порталы, спецэффекты, искажение пространства и прочее такое. Это очень милая, романтичная фотосессия. А его в конце убьют? Как мне папир подсказывает, это называется папикура. Thank you.
так. Воздушные фонари в виде, как наши медузки, они вывешивают всякие торговых галереях, и в том числе там висит вот прекрасная эта девочка. Вообще немножко крафтинга. Бумажные танцроиды. Суровые моделеры компьютеров. Моделеры, не моделеры, а модеры. Точно. Это вылетело из головы внезапно слово. Физический опыт. Он искрой пробивает комочки фольги в левом стакане, они сплавляются, проводят ток. Потом он трясет стакан, ток перестает идти. Пятый класс физики. Практически, да, грозоотметчик Попова. Только гроза искусственной зажигалки. Вот так вот с точеком научиться легче. Это опять же Мику-Мику Дэнс, редактор. Да-да, это именно редактор движений. Он как раз редактирует плавность. Полная альтернатива официальным 3D-редакторам уже пошла. Тут все сделал девочку из бумаги натуральную величину. Учитесь. Успешно! Представляете масштабы личности? Просто косплейный ножичек. Любительское РПГ по Мадоке Мэджик. С помощью motion capture. Еще демонстрация различных плагинов к этому. Ну и раз уж мы заговорили про Мику Мику Дэнс, который тоже очень популярен на Нику Нику, собственно, из-за чего такое название, это такой 3D-редактор танца, и вот на нем целые фильмы снимают. Yeah!
котором это делалось. Ну это же не пропаганда терроризма. Как может такая милая девочка что-то пропагандировать? Ну что вы? Так, ну давайте. Почему там было так написано? А? Это реклама? Не-не-не, почему реклама? Найка. Кто его знает, этих японцев? Понимаешь, вообще Ника, давайте сразу скажу, он довольно мягко относится к копирайту, то есть он, конечно, выпиливает совсем уж сериалы и так далее, но, видите, он как бы позволяет перепевать песни, не пилит их так, как YouTube, собственно. Ну, давайте закончим. У нас последний, самый интересный раздел, традиционно вишенка на тортике, это Энсо Симита, «Пробую играть музыку». Все наверняка видели записи домашних виртуозов на различных инструментах. Ну, в том числе Мегуса. Да. Но самое феерическое, это когда музыканты собираются вместе, арендуют настоящий концертный зал, устраивают концерт. О, это уже было вчера. Вот так у нас всегда. Вот наша реальность немножко обгоняет даже японскую. Я тоже. Да, но вот представляете себе концерт сотни анонимусов и дирижер с пакетом на голове. Я вот себе тоже не представлял, поэтому... Сейчас скажу, это страшное слово. Это третья годовщина Ника-Ника Оркестра, концерт анонимусов, в концертном зале специально снятом для них только, чтобы зрителей не было. Смотрите, настоящие анонимусы. Да. А произведение называется «Эсхатологическая сюита». Ни меньше, ни больше. Написано, естественно, тоже под псевдонимами. Конечно, фрагментики, потому что целиком она достаточно длинная. Иногда играют довольно нестройно, видимо, потому что тоже по Ника-Ника репетировали. Фонический оркестр анонимусов. Thank you.
Все как у нас. И косплей, и концерт в одном флаконе. Так что наш фэндом идет, конечно, своими трудными путями. Но все же мы очень близко от японцев во многих отношениях. У нас тоже есть музыканты-певцы. Есть, кстати, даже свои студии, продюсеры, Radiant Records, вот Чокола не даст соврать, и путем Ника Утайт. Есть добравшись от фэндом на профессиональной сцене художники, артисты, фэнсапер, например. Закончу как обычно. Не бойтесь творить. Это одна из самых ценных вещей, на которые способен человек разумный. Не стесняйтесь удивляться сами и удивлять других. Делитесь восторгом с друзьями. Гранд-финале. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Алексей Лапшину. Вопросы будут? Вот, вопрос, пожалуйста. Нет. Вопрос задает Никита Киприенов. Его можно передать микрофон. Сразу передам микрофон, чтобы не тратить время. Вот, а вопрос заключается такой. А Урл на экране будет? Урл чего? Вот этого. Ты между всего видео? Нет. Нико-нико. Ютуба. Нико-нико.gp. Нико-видео.gp. Понял. А там искать надо, видишь, все названия по-японски, это катастрофа. Так, спасибо большое. А, может, вопрос? Если они такие рукодельники, и... Да, можно. Такой вопрос. Если они все такие рукодельники, мастера, танцоры, песнеры, почему они ИРЛ не организуют свои фесты? А, не организуют, у них есть небольшие. Вспомни комикет, на котором народ торгует собственной мангой, дисками. У них даже аниме продают, в общем. И вот именно, что у них комикет – это выставка всяких додзинси, артбуков саморисованных, а каких-то сценок. А, то есть косплееры там гуляют, а сценок, караоке. У них как-то очень плохо с косплей-сценками, действительно. До сих пор не пойму, почему. Косплееры у них как-то на остаточном принципе вдоль стеночек стоят. У них есть еще фэнские, ой, как-то фантастические фестивали. Вот помните знаменитый опенинг «Отакон 3» был, когда вот этот знаменитый Гайнекс нарисовал, еще не будучи Гайнексом, будучи Дайкон фильмом. Собственно, да. Опенинг фестиваля. Так вот, это был фестиваль фантастических фильмов и книг. Это такой вот типа наших расконов, собственно. И вот там как раз бывали выступления и все такое. Ну, кстати, по плотности, допустим, Дайкон 7 позапрошлого года, или когда-то 2-3 года назад был, он по объему был 1800 человек, то есть примерно столько, сколько у нас тут побывало.